А в Междуреченске обсудили автоматизированную систему оповещения населения. О развитии доложил начальник отдела ГО ИЧС Сергей Матюков. Рассказал, система построена в течение 2 лет. Общая стоимость создания порядка 23,8 миллиона рублей. Содержание ее работоспособности составляет 522 тысячи рублей в год. При условии, что часть оборудования находится на гарантийном обслуживании. Работают региональная и локальная системы. Технические средства функционируют автоматически. Оповещение происходит через ЕДДС, проводные и сотовые линии связи, через интернет, телевидение.